Меня Господь Бог отпустил, может, для какой-то цели. Может быть, меня депутатом хотели выбрать, может, не знаю, почему-то. В общем, я был в той ситуации, откуда возврата нет. Многие говорят, что меня спас Бог. Может быть, так. Потому что я теперь стал верить. Ну, не в Бога, я так переделаться быстро не могу. А в то, что выше закона может быть любовь. Выше права, милость. Выше справедливости может быть прощение. И мне кажется, этой формулы достаточно, чтобы не опускаться ниже человеческого уровня и не обязательно давить машины и собак, отказываться от детей в родильном доме, не помогать родителям, жить, забыв, что нас призывали великие предки. Не убей, не укради. Нам это потихоньку стало казаться лицемерным, несерьезным, потому что свобода. А свобода — это значит, делай хочешь и живи. Что хочешь, и тем, кто так хочет жить, не хочется задумываться, что свобода, оторванная от интеллигентности, здравого смысла, от доброго сердца, страшная штука.